каждом сельском поселении нашего района можно найти творческих людей, увлеченных своим делом. Стоит только заняться этим поиском, и всегда всплывают новые имена. И в нашем селе есть талантливые мастерицы. Кто-то шьет, кто-то вяжет, вышивает, кто-то осваивает различные виды декоративно-прикладного искусства. Надежда Федоровна Треперица приехала в Санниково совсем недавно. Эта удивительная женщина создает своими руками добрый и красочный мир. Всем людям нравится находиться в окружении красивых и интересных вещей, на которые приятно смотреть. А ей нравится их мастерить, создавая в доме уют и тепло. Началось ее увлечение вязанием со школьных лет. Она левша, и поэтому ей пришлось учиться вязать по книге самоучителю, потому что когда ее учили родственники, у нее все получалось наоборот. В дальнейшем освоила вышивку и лоскутное шитье, которым серьезно и с удовольствием занимается до сих пор. Начинала с простых маленьких работ, из года в год оттачивался навык, росло мастерство. Эта техника не так проста, как может показаться на первый взгляд. От мастера требуется не только владение навыками шитья, но и тонкое чувство стиля, цвета и, конечно же, вкуса. Хороший результат возможен лишь при высокой точности кроя и сшивания элементов. Оригинальные одеяла, женские сумки, текстильные короба неоднократно участвовали в городских выставках и ярмарках-продажах города Барнаула и становились победителями в краевых и всероссийских фестивалях и конкурсах народного творчества. Идеи, как и многие мастерицы, берет из интернета и журналов. В сети много готовых схем, которым остается только четко следовать. Но ей нравится фантазировать и вносить в каждую работу свою изюминку. Рождение детей подтолкнуло ее к вязанию игрушек, прототипом которых стали герои известных сказок и мультфильмов. Занятие рукоделием приносит Надежде Федоровне Перепелице приятное душевное удовольствие и положительные эмоции.